Послушай, тебе говорю, в основном эти страдают, этим страдают девушки, женщины. Например, изменилась интенсивность гормонального переживания у человека. То есть чувство к другому человеку переживается не так интенсивно. И вы такие: а может быть, я разлюбила, а может, я вовсе никогда не любила, а может, найти какого-то получше человека. Послушай, с каждым женщиной или с каждым мужчиной ты будешь проходить в отношениях те же стадии. И если на какую-то стадию ты не прошла, значит, тебе придется проходить легко до этой стадии с новым партнером, а потом опять же. Поэтому все дело в нас, друзья мои, все дело в нас.